Здравствуйте, дорогие гости и подписчики моего канала. Мы вступили в 2020 год. Это первый отчет в этом году по нашему совместному проекту «Мои любимые коты 2». Как всегда, у нас много всего интересного. Есть готовые работы, новые старты, много продвижений. Хочу напомнить, что это предпоследний отчет. Наш совместный проект завершится 20 февраля 2020 года. Поэтому, если у кого работа уже, так сказать, на подходе, давайте поднажмем, завершим их, потому что в конце нашего совместного проекта состоится розыгрыш среди готовых работ и будут выбраны два победителя, будут у нас подарки. Ну а также хочу напомнить, что у нас 1 февраля стартует целых 3 новых совместных. К нам присоединяется Даша Рысь, и будет вышивать Даша очень большую и интересную работу от Химеры. Название «Хозяин мира. Нитки ДМС. Аида 18 каунта». Старт планируется на 1 февраля. Говорит Даша, что впервые будет вышивать такую большую работу, но увидев, никак не могла отказать себе в таком удовольствии. Сейчас занимается подготовкой и закупкой ниточек, все остальное в наличии, и стартует 1 февраля. Желаем удачи и ждем продвижения. Ольга Рычкина отчитывается по набору от фирмы Овен. Пишет, что пока вышивает белым цветом, его еще очень много, а также много бэкстича. Очень старается, хочет успеть, но, к сожалению, есть еще и другие процессы, которые отвлекают. Мы желаем удачи, чтобы все обязательно получилось. Лариса Киселева отчитывается по своему огромному процессу «Меняю шляпку на кота». Большой сложный процесс. Пишет, что за новогодние праздники вышить получилось немного, но вы видите две фотографии слева и справа, вы видите, какое продвижение. Пишет нам Лариса, что все-таки есть продвижение, готово почти 33%. Ура! И это уже хороший успех и результат. Ну и теперь надеется заняться этой работой вплотную. Главное достижение Ларисы – это готовая завершенная работа от фирмы Мережки «Зимний сон». Данный набор Лариса начала в нашем совместном проекте и успешно его завершила. Теперь эта работа уже передана в багетную мастерскую, и Лариса надеется, что в завершающем нашем отчете, в совместном отчете по котам, нам представит уже готовую работу, и мы будем любоваться этой красотой. Всем рекомендует данный дизайн. Поздравляем! Татьяна Муратова у нас опять с новым процессом. Это подушечка Саши «Кошки-мышки» схема из журнала. Вышивка крестом, ниточки гамма. Вышивать буду не на канве, а на обычной ткани. Плетение ткани позволяет делать крестики. И пишет, что если успеет, то подарит родственникам на старый Новый год. Ну, наверное, Танюша не успела, потому что нам готовую работу не показала. Наверное, мы увидим эту красоту уже в следующем отчете. Удачи! К нам вернулась Лера Серегина, и не просто так, а с финишем по работе «Лука С. Кошки», и пишет: «Очень торопилась закрыть последние крестики к этому отчету, и в результате январь у меня оказался самым результативным месяцем по отшиву именно этих котеек. За 19 дней отшилась более 1/5 от всего объема картины. Результат очень нравится. В ближайшее время работа пойдет на оформление. Хочу поделиться интересной информацией. Мой набор был изначально куплен в технике гобелен. Заменила сетку на Аиду 18 каунта, и в результате не хватило всего 7 цветов. Подобрала из других наборов. Так что получается, что в наборах от фирмы Лука С еще не сильный большой запас ниточек. Ну что ж, бывает такое, случается с каждым производителем. Самое главное, что все разрешилось и работа получилась замечательная. Конечно же, ждем оформленную работу. Анастасия Беловолова отчитывается по своей большой работе. Это дизайн фирмы Хаэт. И пишет нам, что ей удалось вышить 4 листа схемы или 14 тысяч полукрестиков. Мы видим, какая большая красивая работа получается. Конечно, на фотографии нельзя представить объем, масштаб работы, но видно, что очень-очень красивая работа и хорошо проработана, и продвигается хорошими темпами. И как вы уже поняли, Анастасия Беловолова любитель у нас больших, серьезных работ, и она приступила
к еще одной гигантской работе от фирмы Хаэт. Это 10 котиков, одного мало, нужно еще котиков побольше. И эта работа 700 на 500 кресиков. Представляете, какая большая работа. Здесь у нас Аида 18 аккаунта, ниточки ДМС, 89 цветов. Пока второй хэт буду вышивать крайне редко, но покажу, что же есть. И у нас есть вот такая вот черная наглая мордашка. Алена Каменева отчитывается по своему набору от Joy Sunday, это кот Леонардо, и пишет, что вышила все крестики, полукрестики, остался только бэк. Скорее всего, бэк буду выполнять после того, как постираю работу. Результатом очень довольна. Ниток осталось очень много. Ну а мы ждем, конечно же, когда работа будет постирана, когда уйдут все цвета, разметки, и хочется посмотреть, как же выглядит Леонардо в исполнении Joy Sunday. Ну и, конечно же, ждем волшебного бэкстича. А также у Алены есть канал на YouTube, где она недавно сняла тоже эстафету новогоднюю, и у нее очень-очень интересные ответы. Заходите в гости. Марина Силина отчитывается, во-первых, по своему проекту, бисерному проекту фирмы Butterfly фиолетово-черный. Это вот такой котик с ирисом, и, как вы можете заметить, внизу круг уже сомкнулся. Осталось, в общем-то, совсем чуть-чуть. Мы ждем продвижений. Надеюсь, Марина соберется силами и к финишному нашему отчету представит нам готовую работу. А также Марина представляет свой второй проект. Это Баси Арт, мечтатель из Норки. Пишет, что продвинулся за новогодние каникулы, и, как мы видим, Марина вышивает по цветам, и нам представляется такая абстрактная картина. Очень интересно сейчас все это выглядит. Ждем, конечно же, продвижений. Елена Исаева отчитывается по оригинальному набору фирмы Овен Маруська и Котовский и пишет: «Вот, наконец-то появились мои два главных героя, долгожданные персонажи Маруська и Котовский. Пришлось, конечно, маленько отступить от построенного мной алгоритма при отшиве, но результат есть. И мы видим, как хорошо продвинулась работа, осталось уже совсем чуть-чуть. Если Елена еще чуть-чуть отступит от алгоритма, то работа будет завершена. Желаем вам удачи!» Ирина Силаева отчитывается по нескольким процессам. Во-первых, готов котик от Овен, очень миленький, такой хорошенький. Во-вторых, есть продвижение по набору «Нова слобода перед сном», уже появилась мордочка кота. Ну и в-третьих, также Ирина приступила к новому процессу. Это котенок-подушка от фирмы Риолис, вышивается шерстью, и видны уже первые продвижения. Замечательные работы, и с удовольствием всегда наблюдаю за их продвижением. Марина Филиппова отчитывается по трем процессам. Во-первых, по набору от фирмы Риолис котик, и пишет: «Сам котик от Риолис окончен и зашит весь фон. Вышит на 10 конве подлен в 4 нитки. Фон зашивался в 3 нитки блендом ниток от Риолис, номер 949 2 ниточки и 801 1 ниточка. Размер подушки будет 38 на 40 сантиметров. Задник подушки буду делать из меха для игрушек. Производство Беларусь. Должен прийти в ближайшее время. Молнию обычно вышиваю в нижней части подушки. Никогда не делаю застежку посередине тыльной стороны подушки, чтобы подушку можно было использовать по прямому назначению с одной и второй стороны. Во-вторых, готов еще один процесс от Dimensions. Это Mini Gold, артикул 70/65/105, спящий тигренок. Давно хотела вышить, но все откладывала. Спасибо огромное Юле за СП. Отложив все в сторону, взялась за замечательные наборы. Заменила, как всегда, 18-ю канву на 16-ю. Яркость картинки не меняется, а вышивать легче, особенно вышивая полукрест 4 и 6 нити. Самые легкие из всех отшитых мной голдов. Схема легкая, много цветовых пятен и пятнышек. Но не нравятся усы бэком в 2 нитки. Как по ключу, все-таки переделаю. И еще один старт. Это и последняя позиция в плане на СП. Dimensions 06961 Mini Gold, отражение тигра 13 на 18 сантиметров. Не меняла канву с 18 на 16 каунт.
Праздники не нашла в магазинах. Черная канва 18 аккаунта еще то удовольствие. Второй раз вышивала с лупой. Еще раз убедилась, что Дим ас блендов. В бленды соединены, оказалось бы, несочетаемые цвета, а в результате получается красота. Работа легкая, много цветовых пятен. Схема мелкая, но проблем не создала. Все равно вышиваю под лупой. Чуть-чуть не успела закончить. Последние 4 дня совсем не было свободного времени. Получается очень красивая работа. Эх, такую бы в большом формате, где-нибудь 45×35, но на 18 канве. Был бы шедевр. Совершенно согласна. Замечательная работа. Алла Билочка порадовала нас еще одной замечательной игрушкой на пластиковой канве. Это наборчик от Classic Dazing. Замечательные новогодние игрушки, новогодние котики. И вот еще один готов в нашем совместном проекте. Ну а за подробной информацией, конечно же, заходите на канал Кали. Светлана Кузнецова очень хорошо продвинула свою работу и практически уже готов котик, осталось вышить совсем чуть-чуть, и мы увидим уже полностью всего кота, ну а там уже и до финиша, как говорится, рукой подать. Если чуть-чуть поднажать, то я думаю, даже в нашем финальном отчете мы уже увидим полностью готовую работу. Такая душевная картина. Алла Красноярская присылает нам отчет по оригинальному набору Custom Crafts «Охота белого тигра». Пишет, что осталось вышить 40%. Если честно, надоели песочно-коричневые цвета. Бегаю теперь по всей канве. Нашла, так сказать, развлечение в сепии. Да, Custom Crafts он такой. Очень много работ выдержаны в одних оттенках, и преодолеть это очень сложно. Но, Аллочка, у вас очень хороший прогресс. Держитесь, тигр уже почти готов. А вот отчеты от Ольги Щуровой, также ее ник на YouTube Ольга Весна присылает нам своего котика фирмы Butterfly Чародей. Здесь круговая зашивка, размер работы 36×25 сантиметров, используется 18 цветов бисера. Как мы видим, кружки уже целых 3 круга уже появились и они завершились, насколько мне видно, и осталось уже совсем чуть-чуть верхняя часть работы. Очень красиво получается, ждем готовую работу. Отчет Марины Лакиза. Марина Лакиза вышивает у нас дизайнера Галину Томиной. Набор называется «Я буду рядом», размер 32×48 сантиметров, и пишет: вот и появился главный герой совместного проекта. Смотришь на тигренка, и возникает желание подержать его на руках, такого живого и маленького. Так как у меня появилось еще 2 вышивальных процесса, процесс вышивки замедлился, и я постоянно скучаю о нем. Ну а мы пока будем наслаждаться вот этими красивыми красками, проявлениями. Очень-очень хорошо получается. Наталья Фомина отчитывается по своей гигантской работе. Это тигры от фирмы Дом и Крафт. Действительно очень большая интересная работа. И Наталья полностью довышивала верхний правый угол. Уже 3 угла выведены. Принялась за тигра второго, вышивается его голова. Кажется сейчас, что картинка маленькая, но на самом деле здесь очень-очень большие объемы. К сожалению, Наталья не прислала нам, сколько тысяч крестиков она вышила, но продвижение очень явное, и хочется подбодрить Наталью, чтобы мы уже поскорее увидели тигра. Ирина Пресман отчитывается по оригинальному набору фирмы «Золотое руно». Вот такой рыжий котик, который сидит на заснеженных веточках. И, как мы видим, Ирина уже перешла на нижнюю часть работы. Центральные и верхние полностью готовы. Осталось уже совсем чуть-чуть. И я думаю, что скоро-скоро мы увидим уже готовую работу, эту красоту. Елена Канева завершила оригинальный и раритетный дизайн-набор фирмы Dimensions «Коты в саду». Вот такая замечательная яркая картина получилась. Мы наблюдали за ее ростом, продвижением, как коты выглядели без бэкстича. И вот сейчас, когда бэкстич выполнен, работа постирана, поглажена, как проявилась картина, какая красота получилась. Поздравляем, замечательный итог. А также Лена успела начать новый процесс и также его завершить. Это дизайнерская схема Катерины Бесперстовой «Кот улов». Вот такой замечательный озорной кот получился.
Надежда Алексеева присылает нам отчет по оригинальному набору фирмы РТО «Снежный барс» и пишет: «Пропустила несколько отчетов. Сейчас работа на такой стадии. Идет тяжеловато. Частая смена цветов. Есть чередование полный крест, полукрест. Особенность этой работы – вышивка в одну нить. Появляется крест в две нити, но совсем немного. Результат очень радует». Присоединяется к нам Виктория Румянцева с очень вкусненьким наборчиком. Это Марья Искусница, наверное, это мой рай. Размер работы 25 на 25 сантиметров. Канва здесь у нас Аида 14 каута от Свагард. Ниточки мулины Финка и бисер Милхил. Вышивается в центре котик ниточками, а по краю узоры вот такие майки вышиваются бисером Милхил. Ой, какая будет красота! Ждем продвижения. Вернулась к нам Татьяна Турова и приступила она к рыжику от Tela Artis. Это вышивка бисера, это с левой стороны котик. И она за него так хорошо взялась, что сразу его, в принципе, и вышила за один месяц. И представляет нам уже две готовые работы. И рыжика, и второго котика Базальт. Это вот такая вот интересная серия. Очень красивые работы. Жаль, конечно, фотографии не передают всего блеска. Но мы знаем, как сложно фотографировать и снимать бисер. Но кто вышивает бисером, я думаю, вы сейчас представляете себе, как все это красиво выглядит. Наталья Черменинова отчитывается по оригинальному набору фирмы Dimensions «Трое наблюдателей» и пишет, что отшилась в этом месяце совсем чуть-чуть, зато процесс не стоит на месте. Скорее всего, не успею дошить работу за оставшееся время, но самое главное, я поучаствовала в совместном проекте. Это был мой первый опыт и мне понравилось. Обязательно приму участие в следующем СП. Я этому очень рада. И действительно, участие – это самое главное, чтобы мы проводили время с интересом и с позитивом. Аленушка Сережна делится с нами своей уже оформленной работой. И это оформление она выполнила сама. Это очень интересное, оригинальное оформление. Работа оформлена в виде двойного пинкипа. Используется здесь несколько тканей и в украшении ленточки, которые придают очарование данной работе. Работа подарена брату, брат остался очень доволен. Ну что, девочки, берите на заметку, как можно оформлять работы без багета. Анжелика Журавлева потихонечку продвигает своих котиков, которых она вышивает по оригинальному наборчику «Чудесная игла», «Нежная забота». Продвигаются котики, и мы радуемся каждому результату. Светлана Портнова присылает нам также отчет по оригинальному набору фирмы «Риолис» «Абиссинские кошки». И вот такое небольшое продвижение появилось. Ну и мои отчеты, точнее один отчет по самому основному проекту от фирмы «Золотое руно» на крылечке. Я вышивала, старалась предпоследний лист схемы, но полностью не успела его завершить. Тем не менее, у меня вышелся почти лист схемы, есть хорошее продвижение, работы, как всегда, довольна, радуют яркие краски и легкий-легкий увлекающий процесс. Ну что, нужно будет подсобраться силами, чтобы к нашему финишному отчету представить уже готовую работу. А также хочу напомнить, что по итогу нашего совместного проекта состоится розыгрыш среди готовых работ. Мы сделаем розыгрыш рандомным способом, выберем одного победителя, который получит вот такой замечательный приз, подарок от нашего спонсора магазина «Клубок желаний». Это дизайн фирмы Dimensions в сборке «Клубок желаний». Молчаливый наблюдатель, замечательный такой тигренок, здесь космос, звезды, что-то такое фантастическое и очень милое и замечательное. Поэтому, девочки, проверьте, пожалуйста, альбом с готовыми работами в нашей группе «Вышиваем вместе». Если вы что-то забыли добавить, обязательно добавьте, потому что я тоже могу что-то пропустить. Еще будет один подарок от меня. Я тоже уже все приготовила, ждет сюрприз, поэтому у нас будет два приза. Ну, на этом у меня все. Желаю вам хорошего настроения и, конечно же, до новых встреч. Пока-пока!